Всем привет, друзья! Сегодня уже у нас 16 октября 2018 года. И я нахожусь все так же в Курске, у нас золотая осень за окном. И я сегодня еду к стоматологу. Тогда вы не ослышались, я последний раз была по факту у стоматолога 3 года назад. В общем, я решила вам показать зубы до. Сразу говорю, это опасный номер, но как есть, чтобы вы потом смогли сравнить результат. Не пугайтесь, сразу скажу, что у меня вот эти 2 передних зуба, жестко прям пломба окрасилась, темный цвет изнутри, она раскололась, поэтому такой страшный вид. Так как вы показываете зубы, прежде чем идти к стоматологу. В общем, ждем, едем к стоматологу, и 4 часа томительного ожидания, и будем делать голливудскую улыбку. Здесь находится клиника, Эстудент называется, стоматология, 1-я Пушкарная, 21, здесь я буду сегодня делать зубки. Так вот, мои зубы выглядят дом. Хорошо. Зона оборудована, в общем, все, погнали. Я вообще ничего не чувствую, голова как не моя, смотрите. Смешные зубы. Ну что, друзья, я жива. Я все. Теперь могу улыбаться и не переживать за то, что у меня там где-то щель между зубами. В общем, друзья, напоминаю, клиника Эстедент находится на 1-й Пушкарной 21. Доктор Виктория Викторовна, если интересно, Казакова. По поводу стоимости рассказываю. Реставрация одного зуба 3500. У меня было 2 зуба. То есть получается у меня 7000. Две реставрации. Анестезия 400 рублей, то есть 7400. И получается по 2000 пломбы. 2 пломбы было, то есть 4000. Итого 11400. В принципе, 4 зуба за такую цену с реставрацией. Притом, кстати, дается гарантия на целый год. То есть, если в течение года по каким-то причинам выпадет пломба или что-то случится с этим зубом, вы можете прийти бесплатно его отреконструировать заново. Ну что, ставьте лайки, пишите комментарии по поводу цен, дорого-недорого. Я считаю, что это очень недорого, и, в принципе, оборудование и сервис соответствуют заявленной цене. Даже я ожидала, что выйдет дороже. В общем, спасибо большое моей сестренке Вике, клинике Эстедент. В общем, надеюсь, что если обратитесь, вы тоже будете в восторге, у вас будет такая же лучезарная улыбка, и вы наконец-то сможете улыбаться. Всем пока-пока, с вами была счастливая жена из Курска, Светлана Азаровская. И она сделала себе зубы наконец-то.